Всем привет! Сегодня будем с вами выполнять, как вы просите, натуральный, не слишком яркий такой нюдовый лук бюджетной косметики, которая представлена у меня на сайте bestmakeup.ru, ссылочка под видео. Очень хорошая, профессиональная, но бюджетная косметика, которую я выбираю специально для вас. Также хочу вам презентовать свой новый набор, который будет у нас там несколько из наборов. Вы можете купить отдельные элементы из набора, можете купить что-то с сайта, можете купить весь набор. Набор из блеска Випера, помады Випера и пудры Випера. Это профессиональная марка российская. Набор будет стоить около 2000 рублей, может быть даже поменьше. Ссылочка под видео указана. Новый набор, называется он ежедневный. Я буду эти продукты использовать в этом видео. Не забывайте покупать старые наборы. Приходите ко мне на курсы в Санкт-Петербурге, в Москве скоро будет, в Минске. Вот-вот еду в Екатеринбург. Если вам интересно, как я выполнила такой макияж, оставайтесь со мной. Итак, кистью для тона из нашего набора кистей, моей любимой плотно набивной, от которой тащатся абсолютно все девочки, которые у меня учатся. Тональный палец двоечка, тоже с нашего сайта, мой любимый увлажняющий хороший тональный крем. Была на курсах в Ростове, девчонки, всем привет еще раз. Всем очень понравился этот тон, поэтому не зря он у нас так часто покупается на сайте, один из самых продажных продуктов. Ссылочка под видео. Консилер Паэс двоечка, также с нашего сайта. Напоминаю, что все ссылочки под видео. Легкий, увлажняющий, хорошо отражающий свет консилер. Я им сделаю вот такую вот небольшую коррекцию лица. Мне очень нравится этот рисунок, мне кажется, стильно. Модно, можно так ходить. И немножко растушую это дело, чтобы скуловую линию подчеркнуть. Самая светлая точка всегда должна быть вот здесь, вот внутри. И помните об этом, пожалуйста. Припудрю пудрой Випера из нашего нового набора ежедневный. Он же такой немножко весенний набор, о котором я рассказывала в начале. Оттеночек 703, кашемир. Светлый, универсальный, подходит всем, очень удобно с собой носить. Есть спонжик, естественно. Я беру кисточку, которая из нашего набора кистей, я же буду делать скулы. Слик Клеопатра, также у нас на сайте представлены все визажисты, тащатся от этих хайлайтеров, и кремовые, и сухие, и сразу. Во всех видео многих у меня использовано. Я все 4 оттеночка смешиваю и наношу на зону, выступающую скулы и подбровку. Вот она, буковка С. Очень сказать. И вот таким вот образом наношу далее. Далее сделаем контуринг. Я беру контур кит, палеточка Makeup Revolution, профессиональная палеточка с нашего сайта, естественно, и делаю скульпторами, смешаю все три оттенка чуть-чуть под скуловую область. Немножечко сюда. Обязательно височно-лобные доли. Тут же хайлайтеры очень хорошие, просто слики, они более интенсивные. И немножечко средненьким вот этим вот серым оттеночком я сделаю носик чуть-чуть поуже.
раскрашены краски, но я немножечко консилером скорректирую их по форме. Кисточка тоже из нашего набора кистей. Зеркальце Випера мне поможет. И таким вот образом. Когда вы делаете брови, да, я бы сделала 217-м гелем. Обязательно используйте этот прием. Всегда ваш макияж таким приемом выглядит эффектнее. Прозрачным гелем можно взять Vivienne Sabo, просто я его здесь не нашла, поэтому я беру Арделовский. У нас на сайте он есть. Я зафиксирую бровь, заодно немножко ее приподниму. В 2017 гелем я немножко бровки подкрашу. Adjust у нас на сайте мое самое любимое средство для бровей. Не продолжает меня восхищать. О, господи, не продолжает. Не перестает меня восхищать. Вот. На курсах девчонкам всем очень нравится на курсах. Очень стойкая, очень пластичная, подходящий оттенок. Хотя там много есть разных оттенков, но он такой самый универсальный. 317, ссылочка, естественно, под видео. Далее будем делать такой натуральный весенний макияж. Я в качестве базы возьму немножечко консилера нашего Pious. Положу на оба глазика. Чуть-чуть, не сильно. Палеточка Makeup Revolution на Iconic 1. Скоро будет обзор с Naked, буду сравнивать, поймете, что они одинаковые. А вот этим светлым оттеночком я выделю внутренний уголок и подбровку. Обязательно это делаем плоской кистью, чтобы расставить, да, световые акценты, немножечко открыть глазик. И отсюда же возьмем вот такой вот интересный переходный между коричневым и розовым цвет. И той же плоской кистью я нанесу его на все веко. Плотно. Он красивый такой цвет. Подойдет всем. Он не коричневый, не розовый, не серый. Такой очень интересный. Похож на кремовый. Плотненько. Немножечко растушевочной кисти из нашего набора мы растушуем гранички, чуть-чуть перетушуем. И хочу немножко затемнить внешний уголочек. Для этого возьму сразу вот этот черно-серый цвет. Бочонком кистью.
чуть-чуть затемнил. Макияж просто элементарный. Просто элементарный. Растушуем. Даже вот этот же черный взяла опять растушевочной кисти, чтобы поинтенсивнее сделать, добавила немножко. И кисточкой для консилера можно пустой, можно немножко в консилере. Я вот таким вот образом подведу, чтобы были плавные четкие линии. Плавные четкие, видите, какая ксения? Умница называется. С нашего сайта небольшую стрелочку вдоль ресничек. Очень быстро он просто делается, популярный такой в Инстаграме. Чуть внешний уголочек, да, капельку на слизистый. Осталось немножко добавить следующий блеск, новый блеск, также от Випера в нашем новом наборе. Под номером он 17. И нанесу очень приятный красивый блеск. И еще раз припудрим, чтобы зафиналить результат. Даже темным не затемнять внешние уголочки, но мейк еще меньше смотрится почему-то в жизни, чем сейчас на видео. Мне очень он нравится. Такой носибельный, красивый, главное, с нашими новыми наборами. Не забывайте, что у нас теперь новый ежедневный набор, состоящий из пудры, состоящий из блеска и состоящий из помады, по моему совету, под номером 115, но оттенки можно выбрать. Такой красивой медовой помады, красивого розового, нежно-розового глянцевого блеска и пудры. Блеск, кстати, не липкий, потому что я выбирала сама марку бюджетную для вас, но тем не менее стойку персональную, где блески будут не липкие. Всем большое спасибо за просмотр. Приходите ко мне на ежедневные курсы в Санкт-Петербурге, на курсы в Москве, которые будут совсем скоро в мае. В Екатеринбург я уже еду на следующей неделе. И Минск, конец июня, начало июля, как раз на ваши праздники. Всем большое спасибо за просмотр. Косметика представлена на сайте dostomakeup.ru. До встречи в следующем видео.